На меня есть халатик. А вот Дед Мороз не знаем, что с вами делать. У нас таких больших нет. Халат по размеру для зимнего волшебника так и не нашли. Но на кондитерскую фабрику все же пустили. Уж слишком долго ждали его визита. Сотрудничать не первый год, а увидеться раньше не могли. Слишком занят был Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Здравствуйте. Очень приятно мне здесь побывать. Рассказывайте, показывайте. Пойдемте. Это у нас сердце нашей фабрики. Сюда зимний волшебник приехал не один. Вместе с ним целое посольство. Школьники из Великого Устюга давно хотели узнать, как делают конфеты. Вот и эмоции не скрывают. Когда еще смогут попробовать сладости? Прямо с конвейера. Видно. Но посмотреть и попробовать ребятам оказалось недостаточно. Решили еще и поучаствовать в процессе. Под присмотром волшебника, конечно. Учимся коробки складывать. Дети. Складывать коробки, признаются девушки, не так и легко. Если неправильно согнешь, рискуешь испортить всю упаковку. А вот молодым людям больше понравилось раскладывать конфеты. Молодец. Светлана, учитесь? Не успели закончить знакомиться с фабричным производством, собрались на референдум. Времени у волшебника немного, а обсудить нужно самое важное. Новогодние подарки для маленьких волокжан. Дракончик, раскраска, головоломка. Сюрпризы прошлого года удались, но в этом нужно придумать новые. Я так скажу, подарки будут отличаться, как мы видим, и по форме, и по содержанию. Вот содержание как раз мы и должны обсудить. Чем порадовать детей в этот раз, подсказали Деду Морозу юные помощники. Необычная упаковка, как признались, интересует их больше всего. Например, кульки идут все однообразно, там, в виде конусов, все такое. Интересно вот было бы, там, не знаю... Ромбик, там, солнце, там, не знаю, в виде снежинки. Ну, короче, то, что новогоднее вот так настроение поднимало. Все идеи на фабрике записали. Теперь буду думать, как лучше воплотить в жизнь. А Деду Морозу на прощание работники фабрики сделали подарок и попросили. Пусть в Вологде появится резиденция. Мы не можем сегодня вам подарить резиденцию, но мы вам дарим брелок. То есть приятное для ключей от вашей резиденции. Алена Дербина, Максим Тышковец, новости Вологды.